Народной артистке России Надежде Бабкиной сегодня 65. В творческой биографии артистки и ансамбля «Русская песня» несколько десятков пластинок и дисков. Надежда Бабкина неоднократно бывала в нашей стране и в прошлом году получила специальную награду президента Беларуси «Через искусство к миру и взаимопониманию». Артистка награждена и орденом Франциска Скорины. Есть ее звезда на аллее звезд в Витебске. С юбилеем Надежду Бабкину поздравил Александр Лукашенко.